Купи телевизор BQ со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. Да, друзья, впереди зимние праздники, Новый год. Если вдруг вы еще не определились с подарком, отличный вариант. Ждет вас по ссылочке в описании. Промокод действует на скидку 10%. Друзья, всем привет. Сегодня у нас будет очень горячий выпуск. Ситуация действительно вопиющая. Когда я ее узнал и когда мне все детально рассказали, я просто офигел от того, что это происходит в 2020 году. Досмотрите обязательно ролик до конца. Таким образом, вы поймете всю последовательность событий. Если вы знаете, как помочь человеку, все контакты с ним будут в описании. Пожалуйста, поддержите, дайте ему дельный совет или, возможно, вы проходили уже эту ситуацию. А так, в целом, вот присаживайтесь поудобнее и посмотрите, какие ситуации бывают. Совсем недавно мы снимали ролик про автосалоны серых неофициальных дилеров. Чем может закончиться такая история, вот сегодня вы узнаете. Приятного вам просмотра. Мы начинаем. Друзья, знакомьтесь, Татьяна. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы вообще согласились рассказать эту ситуацию на камеру. Татьяна, вот давайте сейчас последовательно для людей расскажем, с чего вообще все началось. Был 2017 год, вы захотели приобрести себе автомобиль. Что происходило? Все верно. Мы приехали в автосалон центральный за автомобилем Largus вначале. Вот. Но оказалось, что предлагаемого автомобиля, который, ну, муж прозванивал первоначально, не было. И нам предложили выбрать автомобиль, который имеется в салоне. Татьяна, давайте я вам буду даже помогать немножко в этом сюжете. Друзья, Татьяна и ее муж – люди взрослые. Они посмотрели в интернете, нашли автосалон, где было привлекательное предложение. Это был Lada Largus. По телефону вам сказали, что машина есть, новенькая, приезжайте. Да, все верно. Когда вы приехали, им сказали, ой, машина 2015 года, но она новая. Это самое настоящее вранье. Им предложили другой абсолютно автомобиль. Стандартная история для неофициальных дилеров. На этом мы даже акцент не делаем. Хорошо, вы посмотрели автомобиль, он вам понравился. Да, понравился, и мы решили его приобрести. Но денежек у вас не было. Да. И вы решили взять кредит без первоначального взноса. Нам предложили кредит без первоначального взноса, ну, с завышенным процентом, как сказали, в связи с тем, что кредит без первоначального взноса. Вот, мы подумали, ну, согласились, в общем-то, посчитали, что, в общем, ну, что мы сможем этот кредит оплатить и согласились на покупку данного автомобиля, скажем так. Вот здесь важно, машину им посчитали по цене 895 тысяч рублей. Да. И здесь происходит первый звоночек, потому что на тот момент самая доступная версия Renault стоила 534 тысячи рублей и самая дорогая с автоматической коробкой 767 тысяч рублей. Эти цены вам ввожу на экран. То есть людей по-любому обманули, им в тело кредита, естественно, воткнули каску. В общем, полная сумма кредита составила 895 тысяч рублей. На тот момент это, естественно, было сверхзавышенная цена. Но это только начало. На 5 лет без первоначального взноса под ставку 21%. И это был 2017 год. Январь 2017 года. Ну, Татьяна, вот такая папка с документами. Вы сейчас позже поймете, почему и как. Что происходило дальше? Вы выехали из салона, наслаждались автомобилем? Да, в течение года я приносила платеж ежемесячный в банк, в кассу банка. И в декабре 2017 года я решила сделать рефинансирование. Так как процент у нас был очень высокий, я решила снизить ставку за автомобиль, ну и сделать рефинансирование, объединить два кредита. У меня еще имелся один кредит в Сбербанке. И в Сбербанке нам предложили вот рефинансирование под хороший процент. Ну, на тот момент это было 10,8%. Без дополнительных услуг, да. Вот, и, естественно, с радостью согласились, и я сделала рефинансирование. А изначально вам дал какой банк кредит на эту машину? Изначально это питерский банк, банк советский. В Москве у них был филиал. А вот забегая наперед, на сегодняшний день что с этим банком? Банкрот. Банкрот. То есть он, они лишены лицензии. Они как юрлицо существуют еще, но лицензии они лишены, как банк, они уже банковской деятельности они не ведут.
В 2018 году их лишили? Да, в сентябре 2018 года их лишили лицензии, да. А расскажите, пожалуйста, последовательность. Вот вы практически 12 месяцев платили, никаких с вашей стороны нарушений не было, вы ни разу не просрочили? Нет, нет, совершенно нет. Когда вы решили сделать рефинансирование? Вот прям детально, пожалуйста, расскажите, что вы делали? Вы пришли в банк, где у вас был кредит, как это все происходило? Я сначала обошла банки, которые предлагали рефинансирование, соответственно. В Сбербанке мне выдали список необходимых документов, которые необходимы для рефинансирования. С этим списком я пришла в Банк Советский, написала заявление на выдачу мне необходимых документов. Это справка на досрочное погашение с необходимой суммой, да, вот на досрочное погашение. В общем, все необходимые документы, да, Банк Советский мне предоставил для рефинансирования. Данные документы я предоставила в Сбербанк, соответственно, и Сбербанк. Они выступали третьим лицом и платили за меня оплачивали полностью мой кредит. Вот важный вопрос здесь. То есть вы собрали весь пакет документов, вы приходите в Сбербанк, вы связались с Банком Советским. Какая сумма долга была на момент закрытия? Это, получается, у нас было конец 2017 года, декабрь. Да, это был декабрь. По, значит, справке на рефинансирование сумма составляла 816 тысяч, там с копейками. Значит, но это было на начало декабря, когда мне одобривали этот договор на рефинансирование. Уже подошло время платежа ежемесячного. Я внесла еще, получается, в кассу банка ежемесячный платеж, который вот составлял там 20 с чем-то тысяч. Погасила платеж за декабрь месяц. И это было 22 декабря, а 26 декабря поступил платеж от Сбербанка в сумме 802 тысячи. В общем, я к чему хочу подвести, чтобы вы просто понимали, что у человека на счет со Сбербанка по рефинансированию ушло даже больше денег, вы сделали взнос, чем был сам долг на момент списания. То есть это было сделано специально для того, чтобы перестраховаться. То есть там не прям на большую сумму, но вы переплатили больше. Да, для того, по моим подсчетам, закрыть. Да, что все получалось... С излишком. С излишком. Таким образом, вы от Сбербанка получили уведомление, платежное поручение, в котором было написано, что деньги на полное закрытие долга ушли. Да, Сбербанк, спустя пару дней, мне Сбербанк, значит, менеджер Сбербанка отзвонился, сказал, что платеж Банком Советский принят. По закону, раз платеж принят, значит, банк согласен с суммой платежа. В платежном поручении четко было прописано, что деньги... отправлены на полное досрочное погашение в счет погашения задолженности по договору такому-то плательщика, там, соответственно, Марченко Татьяна Григорьевна, это да. Я. У Татьяны вот такая папка, мы вам сейчас ее покажем. В общем, все то, что она сегодня рассказывает, это все подтверждается документально. Просто чтобы мы вам сейчас постоянно не тыкали каждой бумажкой в кадр, там и личные данные есть, но все это есть. Если вдруг вы следователь, юрист или кто угодно, вам этот пакет без проблем предоставят, все вам разложат. Факт в том, что она закрывает досрочно кредит свой в Банке Советском и Новый год встречает счастливо. Да. Татьяна, а вот у меня здесь возникает... такой больной вопрос для вас, который мы с вами уже обсудили. Почему вы не пошли в Банк Советский и не взяли справку о том, что вы закрыли кредит? Я согласна, что вот здесь была моя оплошность. Да, это единственная моя оплошность, которая была мной допущена. Но вы об этом узнали потом. Да. Почему на тот момент вы это не сделали? Были какие-то, видимо, житейские проблемы на тот момент, что... просто мне было все не до этого. А потом я была уверена, что... Сбербанк, как профессионал, сделал рефинансирование, было отправлено платежное поручение, мне предоставлено это платежное поручение, что деньги прошли. У меня не было сомнений в том, что договор может быть не закрыт Банком Советский. Друзья, а вот здесь начинается такой, знаете, кульминационный момент, из-за которого, в частности, пострадала Татьяна. Я вам объясню. Вот совсем недавно я сам лично закрывал кредиты досрочно. И для меня было одной из главных целей при закрытии получить вот эту бумажку, о которой мы сейчас говорим. Это обычная справка, одностраничная, на которой написано, что Иванов Иван Иванович, кредит закрыт, и банк к нему претензий не имеет. Подпись, печать, это все вот должно быть. Когда мы приходили в банки, у меня было много кредитов, я их закрывал, все банки говорили, а зачем вам эта справка? Вот в 2020 году она не нужна, их никто не берет. Я говорю, ребят, дайте мне, пожалуйста, эту справку. Я их собрал. На тот момент Татьяне, там, Сбербанк тоже сказал, типа, все нормально, все закрыто, вы теперь нам платите, все
вы выиграли проценты, вы получили выгоду свою. Справка не является обязанностью клиента. Это право клиента получить эту справку, но не обязанность клиента. Почему даже вот наши судьи в настоящее время, они это вменяют как обязанность. Вы не взяли справку, значит, вы виноваты. Это даже, я хочу сказать, даже противозаконно, потому что это мое право. Я могу взять, я могу не взять эту справку. А вот погасить задолженность, получив платежное поручение, это прописано в законодательстве, да, что если принят платеж, то значит банк согласен с платежом. Это прописано в ГК РФ, что если банк, увидев там, что не хватает какой-то суммы или еще что-то, не вернул деньги назад, значит он принял этот платеж. Угу. Это тоже прописано в ГК РФ. Да. Татьяна, правда на вашей стороне абсолютно. Вот как говорил Данила Бодров, в чем сила? Сила в правде. Вы абсолютно правы. Но просто то, что мы сегодня доносим до людей, вашу ситуацию, это называется беспредел. Друзья, я к вам обращаюсь с одной большой целью. Помочь нужно человеку. Писать какие-то гневные комментарии, что она сама виновата, не нужно. Человек делал все правильно. Он платил. Он никак никого не хотел обмануть. Но вот к чему привело отсутствие вот этой одной вонючей бумажки о том, что кредит закрыт. Вы посмотрите, это вот папка, которая вот сейчас вот человек собирает кучу документов для того, чтобы свой вопрос решить. Татьяна, вы в 2017 году в конце закрываете кредит. Отметили Новый год, 2018 год проходит. Когда поступил первый звоночек? Первый звонок мне поступил в июне 2019 года. На самом деле я думала, что это вообще шутка. Вообще не понимала, что происходит. А что происходило? Проходит полтора года, вы находитесь там на работе, и вам да, звонят. Да, я находилась на работе, сидела на работе, мне поступил звонок, и женщина представилась, я уже не помню, кем она даже представилась, но, по-моему, каким-то юридическим отделом, государственная корпорация АСВ. Ага. Вот. Это кто такие АСВ, государственная корпорация? Это агентство по страхованию вкладов, фотокомпания, которая должна защищать клиентов банков, когда банк банкротится, и человек теряет деньги в этом банке, они людям возвращают, ну, там, кому-то часть средств, кому-то полную сумму. В общем, помогать должна. Да, как бы помогать, так. Да. В моем случае АСВ выступает как коллектор, вот, как в итоге произошло. И что она вам сказала? Она мне сказала, что я являюсь должником банка «Советский», что я злостный неплательщик, что назвала какую-то сумму долга бешеную и сказала, что я должна, значит, с ними как-то связаться и оплатить этот долг. Вот. На что я возмутилась, я говорю, кто вы такая, я вас, как бы, что, почему вы мне звоните по телефону, никаких бумаг вообще, вот, ну, как бы с момента, как я сделала рефинансирование, ни разу мне не приходило никаких ни оповещений, ни там требований там, о возврате какого-то долга. Вообще как бы была... То есть полтора года для вас прошли так, что вы уже забыли, что у вас когда-то там что-то было, да, условно. Да, совершенно точно. В июле 2019 года я получила вот досудебную претензию, которая с меня вот эта государственная корпорация АСВ требовала 1 162 000 рублей. Ну, почти 1 200 000. Вот. Мы, соответственно, написали возражение к АСВ. Как стоп. Вот смотрите, чтобы вас не запутать, да. Что происходит? Давайте я буду помогать вам. Вы отправляете деньги туда, то есть Сбербанк перечисляет деньги в Банк Советский. Да. Банк Советский вместо того, чтобы принять эти деньги и полностью их списать и сказать человеку, все, вы там, до свидания, вы нам больше ничего не должны. Банк Советский деньги получил на полное списание, но при этом продолжил каждый месяц списывать по ежемесячному платежу. То есть каждый месяц там 24 тысячи у него счет списывалось. И это происходило на протяжении полугода. Наступает 2018 год. Банк готовит к банкротству, и получается, что в июне остаток денежных средств там остается 651 тысяча на счету. Вот. Что происходит? Они мой договор, еще банк не лишен лицензии, он еще в работе, но уже назначен временный управляющий, это государственная корпорация АСВ как раз. Вот, они были временными управляющими в этом банке, и они, значит, мой договор переуступают Автовазбанку, договор, так. А деньги, которые вот эти 651 тысячу, отправляют в банк МКБ. На что? На счет? Причем какой-то? Они отправляют деньги банку МКБ уже после переуступки прав.
Значит, переуступка прав произошла у них в июне, в 20-х числах в Автобазбанк, когда мой договор был передан. А деньги в банк МКБ были отправлены 16 июля 2019 года. Сам же автомобиль остался в залоге банка «Советский». Как бы это мы уже узнали. Класс, да? Это мы уже узнали, заказав нотариальную выписку, где находится автомобиль, у кого в залоге. Он по сей день находится в залоге у банка «Советский». Деньги, которые ушли на банк МКБ, на каком основании, как, на что, на счет, на кредит? Без основания. В принципе, как бы без какого-либо моего ведома, согласия. Деньги не передали. Такая ситуация, что, значит, все переданное по закону, все переданное плательщикам должно передаться по переуступке прав. Значит, мои деньги, по логике, должен был получить Автобазбанк. Вот, соответственно, и продолжать гасить, допустим, там ежемесячно мой кредит. Все верно. Этого не произошло, потому что деньги не были переданы Автобазбанку. А ушли совсем другой банк. Ушли в совершенно иной банк. На каком основании? Как это произошло? Счет ДКСВ открыли или что? Говорят, что мы спасли ваши деньги, мы сделали из них вклад. То есть это сделал вообще ГКСВ? Да, ваши ГКСВ. Деньги за вас, без вашего ведома, он перевел в МКБ банк. В МКБ банк, якобы как вклад. И они там просто лежат. Говорят, мы, руководствуясь вот статьей 177, ФЗ, как страховщики, у вас был вклад в банке «Советский». Мы, вот у вас оставались деньги на счету, это значит... Счет, они делят, значит, кредитный договор – это кредитный договор, счет – это счет, а залог – это залог. Они разделили. А то, что это одно общее, что это все идет по одному договору, и что одно без другого не может существовать, что это один общий кредитный договор, они делят мой кредитный договор на три части. Получается, залог оставляют в банке «Советском», деньги передают банк МКБ якобы как вклад без моего ведома, хотя вклад тоже регламентирован статьей закона, что он должен быть оформлен только в письменном виде. На меня также без моего ведома открывается текущий счет в банке МКБ, на который кладутся деньги. Кстати, это тоже строго запрещено законом. И вообще не оповещаюсь ни Автобазбанком, ни банком МКБ, ни АСВ, ни о каких манипуляциях. Что вот в этот, происходит с деньгами, которые были отправлены на погашение кредита? Вот такая вот схема. По сути, это мошенническая схема, это сговор, получается, банка, Советский, МКБ и АСВ. По большому счету. А Автобаз получается просто как прокладка между банком «Советский» и АСВ, потому что ГК АСВ получает мой кредит, пустой причем кредитный договор, уже без денег и без залога, после банка «Автобазбанк». И таким образом вам этот ГК АСВ что говорит, что вы им сегодня должны денег? А на сегодняшний день они говорят, мы получили пустой договор. У нас нету, вы не платили, нет никаких средств. Вы теперь должны нам оплатить вот эти деньги. 1 162 000 рублей. Нет, в исковом заявлении они сумму уменьшили. Теперь они с меня требуют 930 000. И вот смотри, теперь важно. Вот с нее требуют 930 000 рублей. У вас лежит в банке МКБ вклад на 650 000 рублей. Соответственно, если вы этот вклад сейчас забираете, на что они вас подбивают, то вы условно под все это подписываете, то, что вы виноваты. Да, что они вы... мне говорят, вы заберите эти деньги. И мне судья говорит, вы не понимаете, у вас теперь есть вклад, вы можете забрать и погасить этот договор. До суда мы сейчас дойдем. И получается так, что если она забирает 650 000 рублей и идет, заносит их дальше на погашение долга, то в любом случае она остается должна 272 000 рублей. На ровном месте. Да. Хотя Татьяна взяла деньги, полностью все закрыла, и вот сейчас ее везде швыряют. В каком плане? Да, при том, что я еще плачу другому банку деньги. Вы как бы... Да, я же сделала рефинансирование. Обязательства сделали, вы закрываете. Как бы вы уже про это думали, что вы забыли. Да. Происходит так. Вы пошли в суд. Что происходило в суде? Суд принял позицию АСВ, что я должна им деньги, потому что на самом деле мне вменяется только одно, то, что... Первое, то, что я, не получила вот эту справку, мне это вменяется как обязанность, а не как право. Да, раз. Это первое. И второе, судья потребовал у ГК АСВ найти недоплату в рефинансировании. И ГК АСВ с радостью нашли эту какую-то недоплату, что Сбербанк
якобы сделал, ну, не доплатил сумму вот как бы вот этого рефинансирования. Короче, они обыгрывают эту ситуацию так, как выясняется, вот со слов Татьяны, что судья вообще на судебном заседании вам рты закрывает, потому что Им рекомендуют, подсказку. Подсказка заключается в том, что на первом заседании, а судья понимает то, что Татьяна ни в чем не виновата, она все закрыла, но при этом она дает подсказку ГК СВ, что нужно найти бумаги и сделать так, что у нее якобы там не хватило 3000 рублей. То есть она закинула деньги, а на самом деле не хватило, поэтому полного списания сделать не удалось, и начались вот эти вот списания там ежемесячные. Но это на самом деле бред, потому что, ну вот, она собрала все документы, у нее есть отдельно, да, что деньги ушли полностью на погашение долга, и тогда на следующем заседании суд, получив эту бумажку, что там 3000 буквально не платили, что не хватает 3000, все, вы виноваты, до свидания. Да, и вы сейчас ждете решения суда. Да, сейчас я жду решения суда. Таким образом, что у нас сейчас получается? Татьяна ждет решения суда, которое, естественно, будет не в ее пользу, раз. Далее машину будут выставлять на продажу. Хотя на каком основании, как, когда сейчас эта машина находится в залоге у банка Советский. То есть она по документам, да, она так и не перешла в эту страховую компанию, чтобы она могла распоряжаться ей. Самое главное, что в процессе общения с Татьяной и пролистывая ее документы, мы находим интересную справку, что вы сами каким-то образом почуяли. Сейчас, секунду. В марте 2019 года что вы сделали? Я не знаю даже, в принципе, зачем я это сделала. Я просто узнала, что есть бюро кредитных историй и что можно там два раза в год, по-моему, бесплатно получить выписку с этого бюро кредитных историй. Так. И я сделала запрос в бюро кредитных историй, откуда я вот получила ответ. Вот. В данной кредитной истории не было никаких задолженностей у меня, ни перед банком Советский, ни перед АвтоВАЗ-банком, соответственно, ни перед государственной корпорацией АСВ. Как бы, то есть вы абсолютно никаких, прозрачный, чистый, да, человек. Совершенно чистый, да, совершенно как бы не было никаких задолженностей. Все было прописано, только то, что вот как бы имелось у меня на тот момент. И при этом через 3 месяца вам звонок, то, что вы злостный неплательщик. А в июне, да, мне звонят и говорят, что я злостный неплательщик. Таким образом, друзья, вот такая папочка понадобилась Татьяне для того, чтобы доказывать, что она никому ничего не должна, когда вы сами видите по ситуации, в наглым образом человека выставляют должником, злостным неплательщиком, когда ее каждое слово подкреплено бумажками, все платили, все делали. У меня к вам огромная просьба. У них, по идее, в январе будет решение суда. Если кто-то из вас в данном вопросе разбирается, знает, как правильно его провести, как это сделать, хотя тут беспредел самый натуральный. Ребята, я знаю прекрасно, что есть хитрые юристы, которые сейчас позвонят, скажут, а мы все знаем, дайте нам 30 тысяч, мы примем. Ребят, ну не надо. Вот человек и так как бы порядочные люди, взрослые люди, все делали по-честному, все платят, и вот такая хрень происходит. Благодаря вам. Я надеюсь, что другие люди будут понимать, что в таких ситуациях нужно обходить. Татьяна, я вам желаю успеха. Надеюсь, что люди нам помогут, и вы выйдете из этой ситуации победителем. Держите. Я надеюсь, что эта папка больше не станет. Не будет увеличиваться. Пожелайте людям, что-то хотите в данной ситуации. Ваше мнение, вот что происходит, как это можно все назвать? Ну, это беспредел, в общем-то, я считаю. Как бы банковский беспредел, и я думаю, в принципе, по банку Советский, вот по банку Советский, мы в 2018 году, нам в 2019 году, когда мы получили как раз досудебную претензию, мы в Центральном банке взяли выписку. В этой выписке по банку Советскому было 2000 с лишним человек, злостных неплательщиков, которые проиграли суды этому банку. Поэтому, в принципе, можно сделать вывод уже вот как бы, да, задним числом, что этот банк первоначально создавался для того, чтобы банкротился в дальнейшем, да, что кредиты выдавались без первого взноса, тоже людям навязывались с целью для того, чтобы потом людей сделать вот, злостными неплательщиками. Я думаю, по такой схеме не одна я пострадавшая. Конечно. Да, вот. Конечно, именно по такой схеме, я думаю, нас не так много, но там существует еще несколько схем, друзья, о которых здесь я тоже уже знаю. Но суть какая? Серые дилеры – это всегда замануха. Ты приезжаешь за красивой ценой, покупаешь. Более того, серые дилеры, как правило, работают с левыми какими-то непонятными банками. И самое главное, вот к чему все это дело может привести. Вы купили, хорошо, там 21%, да хоть 121%. Вы подписались, вы его платите. Далее вы хотите закрыть кредит, сделать рефинансирование. Есть такая возможность. Вы возвращаете все деньги, а вас и тут пытаются кинуть. В данном случае вот просто одна бумажка, отсутствие, да, того, что банк претензий не имеет, вот к чему приводит, вы видели, да?
Была бы одна бумажечка, все, уже можно было прийти в банк и сказать: слушай, ребята, вот она есть, вы нам, ну, мы вам ничего не должны. Но тем не менее, сейчас все выставляют так, то, что они виноваты, что они ее не взяли. Хотя по закону, вот человек полностью весь вопрос изучил, он не должен был ее брать. Деньги приняли, все, до свидания. Поэтому будьте начеку, будьте внимательны. Кредит – это инструмент. Иной раз вы говорите правильно, не надо брать кредит, но приходится, полстраны закредитовано даже больше. Поэтому, друзья, ситуация крайне неприятная. Благодаря Татьяне многие из вас об этом узнают и будут более внимательны. Но в любом случае эти схемы как процветали, так процветать и будут. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, там всегда выходят свежие новости. Пишите ваши комментарии, давайте советы, как выйти из этой ситуации. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч, всем пока-пока.